слышно, внутри переговариваются. Азбукой такой. Интересно же, да? И разглядывает. Боится и разглядывает. Сейчас опять будет интересно. Такие любопытные, трусливые и любопытные. И смешные. И первый раз я с вами так разговаривали. Малюсики. Они уже большие, за 3 килограмма уже. Да, вообще 6. А, ты уже 6 килограмм весишь. Такие уши и глаза. Это что же лапа была поломана? Да, тоже лапа. Видите, уже хорошо ходит. Хорошо, изгибается лапа, все хорошо. Но у того пятна больше, да? У этой тоже были пятна. А у этого уже прошли пятна. Это ж поставлю. Покажи, как ты лапкой ходишь. Вот так. О, хорошо. Но немножко в сторону ставишь. Ну, ходит хорошо. Любопытные. Вот, все уже разглядели, все. Очень внимательно все рассмотрели.